संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि सात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनुष्ये प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ते चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्व परमिह श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद сказал श्री चैतन्य महाप्रभु я имею в виду Гаурангадев Sankirtan Jagyagni enlightened он начал Санкиртана Ягью в Шивасангане. Still today a fire is going on. И до сегодняшнего дня этот огонь Санкиртаны, он горит, поддерживаемый Шилой Бхактивинода Такуром, Шилой Прабхупадой, Шилой Кешава Госвами Махараджем, Шилой Сиддхартхадева Госвами Махараджем. That fire is still there. И этот огонь Санкиртаны, он находится там. И Шрила Сарасвати Такур сказал, те, кто могут принести жертву своей жизни для настоящей причины Санкиртана Яги, только они, настоящие гаудии. Только их можно звать настоящими гаудиями. И вот Шрила Прабхупад сказал, если мы готовы принести в жертву свою жизнь для Санкиртана Яги, то тогда мы можем говорить о себе как о гудиях, иначе нет. Вчера я говорил, что если мы не утвердились полностью в гуру-татве, я имею в виду, если у вас нет стопроцентного самопредания, то тогда у вас нет права говорить об абсолютной истине. Я имею в виду, у вас не будет силы говорить об этой абсолютной истине, вы будете чувствовать слабость. Полное стопроцентное самопредание, значит, вы должны зависеть от Кришны всегда и во всем. Полностью, на 100% вы должны верить в Кришну, зависеть от Него. То, что Кришна хочет сделать, тому мы и должны следовать. Наши личные усилия, они недопустимы на этом пути. Только тогда, когда у нас полное стопроцентное самопредание, и тогда, и только тогда у нас будет сила говорить об этой абсолютной истине, иначе нет. В Пурушоттам Даме на день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады я говорил, что Шрила Прабхупада, он говорил, and to seek the satisfaction of Krishna is not the same. To seek the satisfaction of говорил, что говорить для удовлетворения and to seek the total satisfaction Верховного Господа и для удовлетворения каких-то людей это совсем разные вещи. Those who are dedicated soul, те, полностью посвятившие себя души, those who are те, кто Gaudiya, actual Gaudiya, те, кто настоящие гаудии, те, кто посвятил свою жизнь Санкиртане, то их желание, их жизнь, она посвящена тому, чтобы принести радость Кришне Чайтанье. У них нет никаких других желаний. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, если весь мир оставит меня, и те, кто пришли ко мне как ученики, если они один за одним оставят меня, то все равно я не боюсь. Я хочу говорить об этой абсолютной истине также.
I don't care. Я не забочусь об этом. Standing under the lotus feet of my Guru Padma Paramahansa Sisla. И находясь под лотосными стопами моего Гуру Падмы, я буду говорить об абсолютной истине так же, как я говорил. И мы, гаудии, у нас должно быть такое же решение, такая же решимость, как у Шрилы Прабхупады. Если у вас нет такой решимости, тогда для вас практически невозможно удовлетворить родоначальника Санкиртаны Шри Кришна Чайтанью. То есть мы можем удовлетворить Верховного Господа Шри Кришну Чайтанью, только совершая настоящий Санкиртан. Everything is available by Sankirtan. То есть, и совершая Санкиртана, мы можем достичь всего. И Прабхудананда Сарасвати говорит также, есть некая опасность, но смотрите, если... То есть, если мы не предались полностью... То есть во время дикши не каждый могут предаться полностью на 100%, и поэтому я уже говорил, что дикша – это долгая процедура, через которую вы под руководством Гурудева совершаете баджан. Ну и тогда, как бы, когда вы полностью предадитесь Гурудеву на 100%, то тогда вы получите настоящее благо от дикши. He is speaking. И вот он говорит. Калаха калир валена индия байри варга. Бхактипад иха кантака коти руддхо. Ха-ха кважами бикала ким хам кароми. Чайтанна чанда юдина адьян крипам кароши. Если Чайтанна Махапрабху not going to bless us, give us, не благословит нас, не дарует нам свою милость. Because this is specially Kali Yuga. То это наша неудача. Это особая Кали Юга. Кали Юга — это источник всего зла. Источник какого-то без борьбы, без какой-либо причины. Very small point. Over in very small little. То есть люди ради каких-то мелочей готовы сражаться друг с другом. Каликал, он очень опасен. И вот и это, в эту Кали-югу, как избавиться от всего неблагоприятного и как достичь лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, это очень важно. Каликал очень опасен. Кали – это источник всего зла, я знаю, но есть нечто превосходное качество, которое мы имеем в эту Кали-югу. И какое же это качество? Только с помощью Санкиртана вы можете обрести, достичь успеха. На самом деле это очень важно. Только с помощью Санкиртана, через Санкиртан вы можете обрести все, поскольку все другие пути баджана очень опасны. В Каликала нет чистоты, вы не можете найти. А без чистоты вы не можете совершать Харинам Санкиртан должным образом. Внешняя и внутренняя чистота, вы их должны поддерживать. И сейчас мы обсуждаем о том, что Дама, она более милостива. И вот Бхагаван Шри Кришна очень милостив, мы знаем, но для тех Но Кришна Крипа, она доступна только для самосознавших себя душ. Для обычных людей это невозможно. Но имя Гуранги и Нитянанды, они очень и очень, очень милостивы.
Если вы будете взывать к этим святым именам, если у вас нет оскорблений, если вы не совершали никаких оскорблений лотосным стопам Намы, Вайшнава, Дамы, то тогда вы почувствуете чувство в сердце. И вот мы очень удачливы, что мы получили эту возможность. Гуру Нитьянанда, не только Гуру Нитьянанда, а когда вы повторяете Харинам, каждый раз перед тем, как повторять Махамантру, вы должны повторять по Панчататва вот эту мантру. You can beg for pardon. Вы должны просить прощения. Then you can со все свои возможные осознанные и неосознанные оскорбления и памятуя Харидас Такура, Нитьянанду, Гурваргу, вы должны начать повторять святые имена. Хе мале, мале мин мала. Try to bless me so that I can do my Харинам without any flaw. И вот нужно молиться Харинам, вот эта джапа мали, чтобы она позволила нам повторять Харинам без всяких недостатков. И каждый день мы должны помнить Панчататву и всех спутников Господа, чтобы весь день мы смогли совершать санкиртан без всяких беспокойств. Вы можете попробовать следовать тому, что я говорю. Молитесь Нарисимхадеву, Прабхупаду, Гурудеву, и вы увидите, что все проблемы, они автоматически уходят сами. И другое о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур сказал нам, Дама Парикрама, Дама Парикрама — это очень такое, очень особая вещь, все могут получить крипу сукрити. То есть, но это в жизни, в преданности. Сначала вам нужно принять прибежище Гурудева и прочее, ну, чтобы обрести полное благо. На каждом шагу. Bhajan, you are getting this problem. Katha, throne. И вот путь Бхаджан очень опасен, и мы, идя по пути Бхаджана, буквально на каждом шагу мы наступаем на какую-то колючку. И вот описывается, что то есть только тогда, когда у нас есть решимость, у нас есть сильное желание, сильное вдохновение идти вперед, и тогда мы сможем достичь нашей цели, несмотря на множество препятствий. Как пример с Дровы Махараджем. Биман, plane coming, I mean chariot coming to take Дрова Махарадж. And those Vishnus will think, Дрова Махарадж, come on, here, your seat is there. И вот and Дрова Махарадж, in front of Дрова Махарадж, one very, very dangerous, you know, face. Дрова Махарадж в конце жизни, когда Виман с Вишнудутами, он пришел за ним, то как некое страшное существо, ну, это Ямадут, видимо, был, спросил, то, а это была сама смерть. То есть это не Ямарадж был, а какой-то посланник Ямараджа, это была сама смерть. Он сказал, что никто не может... Никто не может избежать меня, но Дрова Махарадж наступил на голову этой смерти и так через нее вошел на Виман. И если вы Гауди Вайшнав, если вы хотите говорить о себе как у Гауди Вайшнав, вы должны развить такую силу. Мы не можем быть как-то побеждены какими-либо проблемами, и поэтому Шрила Прабхупада снова и снова говорил
Шрила Прабхупад просил, о преданные. О devotees, try to be satisfied in any situation you are put into. Удовлетворенными в любой ситуации, какой бы вы ни находились, согласно вашим прежним деяниям, пытайтесь относиться к этому как к милости Кришны. Не нужно беспокоиться о том, что вы слишком богаты или слишком бедны, или недостаток каких-то удобств или избыток, или еще что-то. Смотрите, вся наша Гуруварга, 60 тысяч риши, в Наймиш-кшетре, и Шукадев Госвами. Но в другом месте он, они слушают Харикатху, не было там никаких удобств внешних, даже микрофона не было, но они слушали Харикатху, поскольку это нектар. Чтобы обрести нектар, нужно принести в жертву все. То есть Чайтанья Махапрабху говорит, то есть если мы готовы ради нектара принести все в жертву, то тогда мы достойны слушать. А если какие-то удобства, они обычно не, ну, редко помогают. This way to get maturity, we are trying day and night. И вот чтобы. Дампарикрама is also very nice. Дампарикрама, она очень прекрасна. Но чтобы. Но как следовать должным образом дампарикраме во времена дампарикрамы? Ну, по идее, не нужно. Нельзя ходить пешком, ну, в смысле, нельзя ходить в обуви, нельзя ездить на каких-то транспортных средствах. Никакими удобствами нельзя пользоваться. Но несмотря на то, что мы, если мы всем этим пользуемся, то мы все равно обретаем благо. И мы должны совершать парикраму с полной силой, с милостью Гуру. И вчера я говорил о дампарикраме. И вот, того времени было мало, я забыл что-то упомянуть, вот насчет Шанкарпура, а потом я вспомнил. Шанкарпур – это место, где Шанкарачарья, когда один, ну, и вот Шанкарпур, Чайтанья Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: «О Шанкар, ты мой слуга, я знаю, но это не то место, где ты можешь проповедовать Майавад Сиддханту». Но это не то место, где ты можешь проповедовать Майавада. И хотя я знаю, и хотя я знаю, что это было мое наставление проповедовать Майаваду, это хорошо, но здесь это мой родной дом, это место Шудда Бхакти. И ты не имеешь права находиться здесь, и, пожалуйста, уходи. И то место, куда пришел Шанкарачарья и получил милость Чайтанья Махапрабху, известно под именем Шанкарпур. И также, когда мы пересекаем реку и идем в Гудрум-двип, и вот Нарисимхапали, Суварна-вихар, и там возвращаемся из вот, Варанаси, в этой Харихаре. И там Наймиш-кшетра, семь риши, которые воспевают славу Гаурангу и Шанкару. Вот я это все рассказал, но забыл сказать, что в том Мададвипе, вы знаете, и там тоже есть очень важное место, подобно Пушкар-тирте. One Brahman was there. Был один Брахман Дивидас, достаточно давно. He was very, он был очень willing to go to
Он хотел обрести даршан Пушкара Тирти и принять там омовение. Он был полностью предавшийся душа. Он плакал, он всегда хотел, ну, он услышал о славе Пушкара Тирти и хотел как-то туда пойти, но он очень старый, очень беден и, ну, и не мог дойти туда. И вечером, ночью во сне, он получил информацию, что здесь, рядом с твоим домом, есть Пушкар Тиртха. Она рядом с тобой. Зачем тебе мучиться идти куда-то далеко? Ты можешь принять омовение здесь и получить тоже благо. And then you see, и тогда he was very satisfied. This is the spot, Madhadeep. And Madhadeep also he can get. Принял омовение и был очень доволен в этом, ну, там в Мадхьядвипе. И там же вот река Алакананда. И после этого я уже сказал вам. Vaman Pukuri, это место называлось Пушкар Тиртха, и после этого, когда вы пересекаете реку и... И вот, ну, мы, если смотрите, как сейчас, мы сначала получаем даршан Парамотала, Паурамай, Йогамай и Бридхашив. Он очень, он полный бхакти, то есть он знает все о бхакти, поскольку сухое знание, оно бесполезно. И вот вы должны молиться. Я же говорил вам, вот вы должны петь, молиться с помощью вот этого киртана, написанного Шилой Бхактивинодом Такуром. Кришна Вимукхе Дори Курал Саншар Кришна Санмукхо Джар Бхагга Коме Хой Таре Мукти Дия Куро Ашоко Овай. И что значит эти шлоки? Куладеви, Йога Майя. Куладеви. Кул мин, sometimes we say in our destiny, in our, you know. So, кул значит, ну, подобно нашей семье, нашему роду, что Куладеви, Йога Майя, она очень дорога нашему роду, и мы плачем, мы молимся перед тобой, чтобы ты благословил нас. There is one covering of Maya. Why people cannot see? Почему люди не могут видеть эту абсолютную истину? Why people cannot see that absolute truth? What's the reason? Какова же причина? Поскольку есть некая сеть, некое покрытие. Кунти Деви, она тоже молится об этом. Like drama, people sometimes play drama. Как, ну, люди играют какую-то драму, какой-то спектакль. But when he's acting, you know, we'll see. He cannot understand. He is in, you know. He cannot understand. He is painting there. А, то есть, so this way, Kunti Devi is in Natuva Naktu Dharuja Tha. То есть человек, который играет какой-то драме, он может переодеться, и его никто не узнает. Making them dancing, you cannot see. Kunti Devi is speaking like that. So this way, you see, why people cannot see that absolute truth? И почему люди не могут видеть абсолютную истину? Какая же ваша причина за этим? Because there is one screen of mine. Поскольку есть покрытие Майи. If the screen is unveiled, если это открыть это покрытие Майи, можно увидеть этот трансцендентный мир, но для нас это пока невозможно в нашем состоянии, когда йога Майи, она уберет это покрытие. И пока вот мы покрыты влиянием этой йога Майи, наш дарша, наше видение, оно нечисто. You can go to Vrindavan. Можно отправиться. Those elevated soul, they are saying that it is full Vrindavan. Отправиться во Вриндаван и this material world, in Vrindavan you can see everything, but at the same time you can find some people there, this, that contaminated. Some kind of it, but their darshan is very pure, they can find.
those are pure devotees. Ну, то есть те чистые преданные, они видят Вриндаван другими глазами. То есть. And prapancha in this material world, you can see. А в этом материальном мире. So this way, ну, you see. Yogamaya, I mean Mahamaya, can be well. Из-за влияния Йогамайи и Махамайи, но мы видим дамы, но как бы не совсем так, как они есть. А когда они уберут покрытие с нашего взгляда, то тогда мы сможем увидеть их в должном виде. И Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что те, кто не хотят совершать баджан, Йогамайи, она отворачивает их от пути баджана, и они идут на путь самсары, получают боль снова и снова. И мы слушали, что пока, если кто-то хочет совершать баджан, приняв прибежище у Гуру Вайшнав, и по милости, и те, кто получили милость Вайшнавов, Вайшнава Каруну, тогда что случается? When Vaishnava praying for me in front of Krishna, когда Вайшнав молится, then Krishna can give response. За меня Кришне, то Кришна несомненно ответит. On behalf of me, if и вот если чистый Вайшнава от моего имени молится Кришне, то Кришна он услышит их молитву и ответит на нее. А у нас нет такой прямой связи с Кришной. И в Гите также говорится, почему те люди, они очарованы майей. Почему? Поскольку они находятся в майе, майя, они окутаны, очарованы этой майей, и поэтому они не могут видеть меня. И вот Куладеви Йогамайя это очень важно, она очень важна, поскольку если она благословит нас, уберет покров с нашего видения, и тогда мы сможем видеть вещи, такие, как они есть. И потом мы идем в Девана, вот место Девананды Пандита, Девананды Гудима, там можно получить даршан Варахадева. И вот такова система. Но сейчас так ходит. Но сейчас ходит немного по другому маршруту из-за, ну, можно и так, и так ходить на самом деле. Из-за течения Ганги маршрут меняется периодически. И вот там есть этот мост, Гуранга Сету называется. Just down Gauranga Setu, there is Panchaveni. И вот там снизу под ним место есть Панчавени. Это прекрасная тетха, там пять различных рек. Вот Махараджа их перечислил. Они все сливаются в одно место, и в писаниях описывается. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что это наивысшее место, чтобы очиститься, если вы хотите очистить себя. Это наилучшее место во всей Вселенной. Там описывается, в Писаниях описывается, это самое наивысшее место. Если вы сможете принять омовение там, то это будет в 100 раз больше, чем омовение на Ганга-сагаре или еще где-то. Это место называется Панчавини. Это вот, вот с правой стороны под мостом этого Гуранга Сету. А если вы пойдете на север, с другой стороны, Там пустырь такой, Курукшетра называется. Курукшетра is there. I mean all pilgrimage is there. All, everything. Курукшетра. Very pure place. Курукшетра очень чистое место. Those demigods, и те полубоги, they took this opportunity они приняли эту возможность and do sankirtan very loudly, прийти сюда совершать санкиртан очень громко. In full group, и все они пришли и совершают санкиртан, nice, и воспевают имена Гауранги.
очень громко. И поэтому это место называется Учхас. Но поскольку они очень громко поют о славе Гуранги, они поют киртан очень громко, и поэтому это место получило такое название. И там все тиртхи. So actually, Kuladvip, вот there you Kuladvip, can find some там land is hard. Можно найти, что есть некие возвышения. Actually, Govardhan High Hill. А, то есть не только возвышение, есть такой холм такой. Он олицетворяет собой Говардхан. Kuladvip. I already told it is. Kuladvip. Я уже сказал. Bahulavan. I told you. Bahulavan. Very nice place. They actually heaps of mud. You can find high land. This is actually Govardhan. И вот, то есть вот это место, оно олицетворяет собой Говардхан. Там Панчавини, Курукшетра, Говардхан. То есть каждое место, оно олицетворяет собой что-то из другой дхаммы. И все описать это невозможно. И говорится, что все святые места, которые находятся в Индии, они есть здесь, в Говардхане. Все тиртхи, но их нужно просто найти. И вот в Кулладвипе был один браман, кто плакал день и ночь. Он хотел получить даршан своего поклоняемого Господа, Шьяма Варахи. День и ночь он поклонялся. День и ночь он молился Господу. И однажды Варахадев, он явился, он был цветом подобно черному, грозовому облаку. Он был и Браман, он начал поклоняться ему, и Варахадев был очень доволен. И вот Кулладвип — это очень важное место. Я вот еще и забыл упомянуть, что Брама вместе с Брамой, все полубоги, они совершили десятки миллионов яги в Панчавини, в том конкретном месте, где сказал, что если вы сможете принять омовение, то получите очень великое благо. И там полубоги вместе с Брахмой, с Индрой, они совершали десятки миллионов жертвоприношений. Может, они сейчас совершают, но мы слепы, мы не можем видеть, что они делают там. И для Яги вы знаете, что Варахадев в третьей песне Варахадев fall down from there, Kash and Kush. Kash and Kush, you know, you give Kushasana to Maharaj, Kushasana. И вот Варахадев, когда он являл какую-то лилу там, you can sit for Jagya, вот. It's most pure. Из его волос, там, волос он обронил как-то, и из нее произошла Кушасана. Кушасана, она очень чиста. На нее, но нельзя даже, но ее нельзя класть под ноги. Можно сидеть на ней, но под ноги ее нехорошо класть. И вот на берегу Нармады, в царстве Ману Махараджа, я не говорю о... Varahadev is the main, source of Jagya. Но суть в том, что Вараха – это главный источник Яги, поскольку без Куша и Каша Яги невозможно. So now onward you are getting this facility. И вот мы, very, very nice place. Но благодаря Богу мы получили все эти вещи. И если у вас есть какие-то оскорбления с ваших предыдущих, которые вы совершили, нужно пойти и просить покаяния в Кулладвипе, принять омовение в Ганге, совершить санкиртан, и вы получите милость, и вас освободят от любых оскорблений. Апарадха – это очень... Это главное, почему мы не сможем продвигаться вперед баджаны. Апарадха, из-за апарадхи.
Почему мы не можем продвигаться на пути Бхаджана? Многие преданные приходят к Гурудеву, к Шридхар Махараджу. Я видел, они плачут, даже не спросят меня: «Махарадж, почему мы не получаем милость, но мы не получаем милость Харинама? Почему?» И я сказал: «Смотрите, поскольку вы совершаете различные оскорбления, как Намапаратхи, Дамапаратхи, Вайшнавапаратхи, различные оскорбления, они подобны препятствиям на нашем пути. Это препятствие на пути вашего бхаджана, и так или иначе вы должны избавиться от этих препятствий». Те, кто хотят совершать Кришна Бхаджан, они очень и очень умны, очень разумны. А если какой-то материалист приходит ко мне, говорится, что мы не можем, но не должны смотреть на каких-то материалистов, а общаться с ними. Но что делать? Мы находимся в обществе. Куда же нам идти, если есть какие-то материалисты? Ну, попадаются нам, но так или иначе, подобно Гуру Кишор Дас Бабани Махараджу, очень разумно мы должны, ну, избавиться от влияния материальных людей. И вот Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж, вот он пример. Ну, к нему часто приходили какие-то материалисты, но просто их сказать, что пошли вон, это неприлично. И вот он спрашивал: «Ну, какая же цена земли там, где ты живешь?» И килограмм риса сколько стоит? Вот он спрашивал. У людей пытался как-то уйти от темы. In football, some kind of dodging in it. You have to pass and go for goal. This. Ну, как в футболе есть такая техника, чтобы как-то пройти мимо противника. И вот Чайтанья Махапрабху с помощью того, как он совершал баджан, он показывает нам все. Когда Чайтанья Махапрабху может опять показать нам свои лотосные стопы, он показывает через свое поведение все секреты баджана, но чтобы их узнать, нужно приблизиться к настоящему садгуру, и он откроет нам все эти секреты. Сами мы слепые, мы не можем видеть это все. Конечно, можно пойти на базар, купить читание Чайтамриту, Бхагаватам, читание Чайтамриту и прочие писания. Мы можем читать их, но чувство, а суть всего этого, откуда мы возьмем? Как, например, я приведу вам пример. Вы хотите мед получить. Для того, чтобы получить мед, вы вынуждены зависеть от пчел. Если вы так много возьмите, соберите много цветов, все это измельчите, ну, и будете как-то, как бы вы не готовили эти цветы, как бы не выжимали из них сок, или еще что-то делали, но ни капли меда вы не получите. Вы должны зависеть от пчел. Даже если у вас есть все инструменты, то есть из цветков получить мед невозможно. Только пчелы могут его извлечь, никак иначе. Я уже сказал вам, что те Госвами, те Гуруварга, особо седьмой Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал нам Он извлек суть из всех писаний и дал ее нам, и поэтому мы должны зависеть от Шрилы Бхактивинода Тхакура.
от Прабхупады, Шрилы Прабхупады, от Гуру Варги, и тогда вы сможете обрести суть всех писаний. Мы даже не можем сидеть два часа на одном месте. То есть есть много вещей. Асанджай, например, кто может сидеть в одном положении, в одной асане долгое время? Нормальный саду может сидеть в одном положении, в одной асане 8-10 часов и чувствовать себя хорошо. Если ваши органы чувств не находятся под вашим контролем, то тогда в этом нет проблемы. Главная проблема – это наши органы чувств. И вот смотрите. Вы должны зависеть от этих пчел. Эти пчелы – это гурварга. У нас нет времени изучать все Пураны, Веданты, Упанишады, чтобы извлечь суть из них. И наставление Шри Чайтаньи Махапрабху для них, чтобы они изучали все писания и выжили из нас, выжили из них суть, то есть сняли сливки для нас. Я уже сказал вам, что вы должны повторить Вриндадеви Аштаку каждый день, но особенно в Двадаши ночью, в Двадаши вечером. Вы должны, если вы повторяете Вриндадеви Аштаку, то Кришна будет вынужден простить вас. Либо, по крайней мере, вы должны читать две главы Гиты, какие для вас, как сказать, подходят. Читайте. И вот это место очень важно, Коладвип. И вот потом мы идем в Самудагар. Вчера я говорил, Самудагар, он олицетворяет Кумудван. И вот там место Капил Муни, Ганга Сагара. И вот Сагара, океан, он пришел сюда, чтобы встретиться с Гангой, чтобы получить даршан Гуру Дамы, чтобы получить милость. И вот Маха Санкранти, даже сейчас, если вы примете омовение в той Ганге, хотя если посмотреть, то океан там очень-очень далеко, но если вы примете омовение там, то вы обретете благо в сотни раз больше, чем приняв омовение непосредственно на Ганга Сагаре. И сейчас вместе с Пауш Ганга Санкранти, вы, может, видели, тысячи людей, они приходят, чтобы принять омовение там. Тысячи людей приходят, чтобы принять омовение в Ганге. И вот там потом история про Бхимасена, как его благословил Кришна, я уже рассказал об этом, и потом мы возвращаемся в Чампахати. Чампахати? Это место Диджаванинатха, он вечный спутник Махапрабху, он установил гору Виграху Де там, и он поклонялся ей с чувством. И это место, где находится гора Гададхара Виграха, оно очень важно для нас. И Джайдев Госвами, он сначала в Кендрабилва Граме жил, и потом переехал сюда, в Балал, вместо Балалсена. Это я потом расскажу. Где. И потом он переехал в Чампахати. И как произошло это имя Чампахати, я вчера рассказывал, что это от слова Чампа, это такой цветок. And from there, это место также известно как Кадирван. Towards
Vidyanagar. И вот если идти потом Vidyanagar, в сторону Vidyanagara, то есть это достаточно далеко, и там можно найти Ратупур, там можно найти Радакунду и Шьямакунду. И вот до этого момента я вчера рассказал. Ратупур очень прекрасное место. И вот смотрите. That place is, you know, место, Radhakunda, Shyamakunda, very nice place. Radhakunda, Shyamakunda. From there, you see, там, you have to go again onward. Если идти дальше, то then you can get the chance to meet Vidyanagar. Можно дойти до места, которое известно как Vidyanagar. One nice place Vidyanagar. Actually, Vidyanagar. Это is the topmost place in this whole universe, самое, where any kind of vidya education известное место во всей вселенной, где here. Там можно найти любые виды, виды образования. Writer, like Valmiki Muni, любой anybody, уважающий себя Vyasa, писатель Валмики Муни или Вьяса, они получили милость. Там Vidyanagar – это главный источник всего знания. Видья, вся видья находится доступна там. Сарвабхаума Бхаттачарья, он в Брихаспати. Он гуру всех полубогов. Брихаспати. И вот этот Брихаспати, он очень учен, он родился в этом Vidyanagare, как Сарвабхаума Бхаттачарья. На самом деле его имя было Васудев, а Сарвабхаума – это его титул. То есть ему дали этот титул Сарвабхаума, но он самый, как сказать, самый умный. Самый образованный, самый великий. И вот сам Брихаспати явился сюда, чтобы дать эту Vidyarasu здесь, в этом Vidyanagare. И вот Vidyanagar Гауранга Махапрабху. И вот Махешвар Вишарат, он отец Сарвабхаума, и Махешвар Вишварат, и Джаганнат Мишра, они были друзьями. Они учились вместе. И поэтому это место известно как... А еще вот у него этого Махешва был брат и еще кто, какой-то родственник. So you see, this is the place. И вот это место, где if you try to get если any kind of education, пытаетесь получить какое-то образование, kind of education, if you are, then you can try. 100% if you try from heart. Если вы всем своим сердцем хотите получить милость, это видео, она по милости этого места, она сможет войти в ваше сердце. И там наш Шрила Прабхупад, он основал один матх, Vidyanagar матх, он очень маленький. Это место, там можно получить также даршан место, где явился Сарвабхаума Бхаттачарья. Там божество Мадана Гапала есть. Вы, наверное, были там. И вот from there you will have to start again for, you know, Yanudip. И вот оттуда мы идем дальше в Джанудвип. Джанудвип – это место известно как Бадраван. Джанудвип – это очень важное место на самом деле. Джанумуни – один очень могущественный муни, он совершал баджан там, и так или иначе, когда Бхагират Махарадж Raja, he took the responsibility to bring Ganga by his own. В династии какого-то царя он принял решение привести Гангу сюда,
How I can land? Но Ганга все равно сказала, как я могу приземлиться, кто может сдержать мою силу, никто не может, никого нет там. И он начал опять молиться, он начал совершать баджан для Шанкара Бхагавана. Шанкар Бхагаван, он явился, спросил, о сын, чего же ты хочешь, он сказал, отец, отец всего общества, ты должен благословить меня, ты должен сделать для меня что-то. То есть он сказал, что Ганга хочет прийти сюда, но кто сможет сдержать ее, поскольку если Ганга она упадет сюда, то есть нет никого, кто бы, кто бы поймал ее, иначе это из-за своей силы падения, силы она может упасть до Паталы, и Шанкар Шива, он согласился, он принял Гангу на свою голову. Where is Ganga? Where is Ganga? Well, I can let it out, then give place, and from there Ganga again coming down. Ganga, зашла на эту землю, то она осталась на голове, она стала циркулировать на голове Шивы. И потом, когда у него спросили, где же Ганга Шива, он спустил ее из своей головы и течь дальше. Kedarnara, not in Badrinath, and Alokananda there. So you see, Mandakini, I've been there, very tough place. Mandakini, я был там в этом месте. So you have to take bath in Mandakini. Высоко в горах. Water, Mandakini. Then I would see, you know, Kedarnath there. Я был однажды там, я принял омовение в этой. There is so big queue, 2-3 kilometers. Потом пошел поклоняться божеству, но там огромная очередь, но я по милости Шанкара как-то вместе с цветами и с водой, я прошел без очереди. И вот это очень прекрасное место, Мандакини, где находится Мандакини и Бадринатхи, там где Вьяса Гуфа, если пойти еще чуть выше, то можно найти, где начинается Сарасвати, она потом течет вниз и впадает в Алакананда. И вот таким образом. Big problem, and then three part, and Ganga queen going here and there somehow zigzag way. Sometimes Ganga, как и Сарасвати, они текут не прямо, а зигзагом. After the Sarasvati, where? Ну, Сарасвати, not here. After the Sarasvati, no. Underground. Again going there. So the track of Sarasvati is very. Течение Сарасвати ее очень тяжело отследить, поскольку оно. Течет то на земле, то под землей, то опять появляется. То есть так очень, ну, неясно течет. И вот Сарасвати, она опять. В Гурудхаме мы ее опять находим. Я говорил, что в Панчавине можно все найти. Some flow stream of Sarasvati is also there. Из вот течения Сарасвати где-то вот в том районе оно тоже есть. И суть в том, что Ганга Деви она приняла решение находиться здесь какое-то время в Ганганагаре. Mother, what happens? Why you are no my son? You see, Gaur Purnim coming very shortly. I cannot leave this opportunity very shortly. Falguni Purnima. Gauranga, my Prabhu, going to is the appearance day of, and this is Navadvipam. You don't know.
So I cannot go right now. И вот Ганга решила остаться на какое-то время, поскольку Гуру Пурнима приближалось день явления Гуранги Махапрабху, она решила совершить баджан. Then again started going because Ganga supposed to go that way. Why Ganga coming this way? Nobody knows. To touch Navadvip Dham. Ну, а еще Ганга, почему она вообще здесь находится? То есть, то, что Ганга сюда пришла, это очень странно, поскольку главное русло Ганги, оно далеко отсюда находится. То есть Ганга она должна протекать совершенно в другом месте, но только для того, чтобы соприкоснуться с Гуру Дхамой и получить Гуру Крипу. Она была вынуждена сюда прийти. Ямуна, она очень удачлива. Ямуна, она неудачлива, поскольку Ямуна получила больше милости. И она спросила, что же делает, как мне обрести твою милость. И Господь сказал, что я обещаю, когда я явлюсь еще раз в этом мире, то ты получишь милость. И вот когда Гауранга Махапрабху явился здесь, на Навадвипе, то есть он много раз принимал омовение в Ганге, даже больше, чем Кришна в Ямуне, а Гуранга практически день и ночь, он в своем детстве он принимал омовение в Ганге, и это его благословение. И это Ганга, которая соприкасается с Гурангой, эта Ганга, она может даровать вам прему. Otherwise not. Иначе нет. There is big fighting есть большой, in Delhi, ну, about большой the glories of Ganga and Jamuna. О славе Ганги и Ямуны. Nobody can settle down. Никто this problem. Не может решить, что к чему. Джива Госвами сказал, ну, я не могу night. Туда пойти, поскольку не могу. Не могу остаться на ночь там, но ему сказать, что не беспокойся, мы тебя быстро привезем и увезем. И вот организовали для него какую-то лошадиную повозку с очень сильными лошадьми. И вот Джива Госвами приехал туда на собрание, рассказал, что к чему. И хотя Ганга сходит с лотосных стоп Кришны, но все же слава Ямуны, она более велика, поскольку Ямуна Патарани, Ямуна может даровать прему. Ямуна может даровать прему, но все же я могу сказать, что Ямуна, когда она соприкасается с Навадвип Дхамой, у нее появляется особая сила даровать нам прему. Прематали. Прематали, you know, вы знаете, сейчас это Бангладеш находится, когда Према для Нитянанды Прабху, она ждала его там. И вот Падма спрашивала, как я могу узнать, кто народ там. И Прабху сказал, кто-то будет принять омовение в тебе, то ты почувствуешь, что твое сердце танцует, и ты можешь узнать, что это Нарутам. И вот Прама, она была сохранена там. И так Васиданта, когда Ганга соприкасается с Гурангой, тогда мы можем обрести прему. И сейчас говорим о Радхакунде и Шьямакунде, если идти дальше к Видьянагару. Вот в Видьянагаре, я уже говорил, можно получить даршан дома Сарвабхаума Бхаттачарьи. Это очень такое спокойное место даже сегодня. А если вы хотите что-то изучить, там такое совершенное место, но ваше посвящение, оно тоже должно быть совершенное. Ваше, как сказать, желание. И вот идем в Джанудвип. Это был Ритудвип.
мы его весь обошли, и дальше идем до Джанудвипа. Джанудвип – это Бадраван, и там в Бадраване Джану Муни он совершал баджан. Но так или иначе, когда Бхагират, я имею в виду, главный поток Ганги пришел в ту сторону, то там Джану Муни совершал баджан в ашраме. Ганга. Он смотрел, куда же Ганга пропала. Вот он видел Джану Муни, он уже выпил все и начал сокрушаться, что делать. Если ты не сможешь вернуть мне Гангу, как я могу освободить 60 тысяч моих предков? И вот он начал плакать день и ночь, что же делать. И Джану Муни, он решил освободить Гангу. И вот и он выпустил Гангу. Джан это значит колено. И вот он как-то выпустил ее из колена. И вот оттуда Ганга. This way you have the facility to take darshan. Now он опять actually, отпустил ее, и она потекла дальше до Ганга Сагара. Difficult for you to understand, because all you know changed. Но если пытаться найти какое-то конкретное место, то есть, ну, из-за того, что Ганга меняла свое русло и прочих временных факторов. Найти это конкретное место сложно, проще думать о лилах, которые там происходили. И вот из Джанудвипа мы идем дальше и там место Хематпура или как-то так называется. Это очень важное место Камбан. И вот в этом месте нечто важное случилось. А еще я забыл перед этим. Вайкунтхапур место называется. Я забыл про него, то есть очень много мест. И вот Вайкунтхапур это место подобно Вайкунтхе. На самом деле в Джагнатхпуре Джагнатхдев дал наставление Рамануджачарье. Рамануджачарья был там. И вот он сказал, иди в Вайкунтхапу, в Навадвип, там, и ты там получишь полную милость. So, by the instruction of Jagannath, и вот по наставлению Джаганатха Рамануджачарья пришел и начал совершать баджан. И однажды Гуранга явился перед ним, благословил его. Вайкунтхапур. Anyway, Sri Lakshidevi giving power. That's why. Это было в Вайкунтхапуре. Но поскольку там было по благословлению Лакшми, его сампрадая, Шри Сампрадая называется. И вот они, Нимбадитти, он пришел сюда, вот в Белпакуре. И то место, где Рамануджачарья получил милость. And actually, Gauranga Mahaprabhu, you will have to preach about Dasa Bhakti. Very nice. И Махапрабху дал ему наставление проповедовать о Дасе Бхакти.
И после этого только Хематпур. Хематпур очень важное место в этом месте. Панчапандавы, когда они были в ссылке, то есть они приходили в этот Камьяван. Юдхиштхир Махарадж, Бхим Арджун, Накул, Сахадев, Драупади, они все были там. И вот однажды ночью Юдхиштхир Махарадж во сне увидел. Он увидел Гаурангу в золотой форме. И он спросил, кто же он. Он сказал, что я Гауранга Кришна, я пребываю здесь вечно в этой форме. И он сказал, что вы сейчас Панчапандавы, но когда я явлюсь здесь, в этом мире, вы родитесь в Орисе. You see, Ramananda Rai, his brother, they are all Panchavandra actually. So Gauranga speaking, и вот Рамананда Рай, вот все его братья, они все Панчапандавы в прошлом воплощении. Then blessing. So you will have to go there and take birth. When I'm appearing, I'm going to come. Then for some days, и вот Юдхиштхир Махарадж был очень доволен находиться в Камьяване некоторое время. И после этого... Камбан, there is so many places actually, so many places, but you should develop that kind of eyes so that you can watch actually. So many problem of Maya. All the time, those who are doing bhajan, for them Maya always checking them. Crossing, beating, trying. So after that, и вот после этого у нас Камбан, после Камьявана мы входим в Мадхурадрумдвип. Это где-то там рядом на границе находится. И там можно увидеть Шри Рамачандра Лакшманджи. Они явились, когда они были в ссылке. Рамачандра, он сам Верховный Господь. Но он знает, что в следующий аватаре он явится как Гауранга. Но они жили там, где Господь Рама жил какое-то время. И там... Вот Саранга Мурари, однажды он принял решение никому не давать посвящение. И однажды Гауранга Махапрабху явился к нему и сказал, что ты должен посвящать, что должен давать посвящение. Но он спросил, кому же давать посвящение, кто будет следовать мне. Но Махапрабху сказал ему, что смотри, завтра первый человек, которого ты встретишь, ты должен дать ему дикшу. И вот он пошел с утра, принял омовение в Ганге, никого нету, но в 4 утра он принял омовение, там никого не было. И вдруг какой-то мертвец проплывает мимо, ну что делать? Господь сказал, первый, кого он встретит, нужно посвящение дать. И вот он дал посвящение этому мертвецу, и мертвец ожил. И с тех пор его имя стало Саранга Мурари. Очень прекрасное имя. И божество его там есть. From there, you see, и there вот is so оттуда... many spot actually. You will have to and remember it. И помните, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Near Vrindavandas Thakur. Рядом с Вриндавандас Тхакуром. Он там был, его Баджан Кутир, где он писал книги. Но сейчас это место уже какие-то материалисты его захватили. Это было очень прекрасное место рядом с местом Вриндаванда Стакура. Буквально через дорогу было
Это место, где, ну, и место, где Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он писал книги, но это место материалисты забрали, и вот он совершал эксклюзивный баджан там, писал что-то под руководством Вриндаван Дас Такура и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такуру. Он также совершал баджан там. Но после Кришнанагара какое-то место, я вот не знаю. I forget actually. There, huh? No. I always speak, now I forget. Я забыл, к сожалению, название, я вспомню, скажу. There also, you do bhajan there. Bhajan, do there bhajan nicely. One Gauranga Vigga was there. Only Gauranga and Shevak is there, Prabhupada holy writing. Prabhupada wrote the Janmadasi Yatya and Mayad, this Kukla Skutal Vecha, he wrote here. Вот написал, описал объяснение в этой шлоке Джанмадасья, вот в том месте. Там никого не было, кто бы ему мешал, и то, что Прабхупад писал там объяснение к этой шлоке. И вот здесь также его Бхаджан Кутир. So this way actually, Vrindavan Das Thakur. И Вриндаван Дас Такур. Vrindavan Das Thakur, son of. Он сын. Narayani Devi. Narayani Devi. Narayani Devi is Narayani actually Devi, is a niece, of Sivaspandita. Родственница Сиваспандита. И в своем детстве она получила Махапрасад Гуранги Махапрабху. И так случайно Нараяни в своем детстве обрела прему и начала, ну, собрела прему. И Нараяни Деви с Йолона родился в Вриндаван Дас Такур, он жил там же, совершал баджан. И божества Гоуру Нитянанды, они были там, им поклонялись. Вриндаван Дас Такур, он последний ученик Нитянанды, самый последний ученик Нитянанды Прабху. Он совершал баджан там, писал Чайтанья Бхагавату, написал и прочее. It's called Mao Gachi. From that name came. Это место от слова Мау Гачи. So, было изначально, и потом стало Мау Гачи. Прабхупада хотел восстановить это служение Вриндаван Дас Такура, поскольку там был практически лес. Но сейчас есть большой храм там, но до этого не было ничего, только был какой-то бамбуковый. So from there, actually, you will have to come back gradually. Мы возвращаемся назад. Вот там железнодорожная станция. Сейчас раньше, естественно, ничего не было. So you have to cross rail track and come gradually. From there, you will have to come gradually. Very, but I forget one point. И вот я вот забыл упомянуть, что Мадхвачарья, в этом Мододрумдвипе, он получил милость Мадхвачарья. Мадхвачарья был здесь, и Гуранга Махапрабху, он получил даршан Гуранги Махапрабху со всеми своими учениками. Он пришел сюда, совершал баджан в течение какого-то времени, и Гуранга, он смог получить даршан Гуранги, и он благословил его. О, Мадхва, ты проповедуешь о Виграхасеве, о вере в божества. Ты должен проповедовать это. Проповедовать Виграху Арчану, Виграха Сева, она может даровать бхакти и проповедует это. А в Каликал я явлюсь как Гауранга. Я приму посвящение в твоей сампрадае. Шрила Бхактивинода Такур пишет, что Махапрабху пообещал, что приму твою сампрадаю, и люди будут говорить, что это Мадхва Гаудия Сампрадая. So I am going to accept your sampradaya, this Kali Yuga. Приму твою сампрадаю в эту Кали-Югу. Я даю тебе эти две обязанности.
как Рамануджачарья, он он полностью уничтожил Майаваду. Это было его служение Махапрабху. А второе, это чтобы проповедовать поклонение божествам с твердой верой. И тогда Мадхвачарья получил полное благословение Гуранги и начал проповедовать очень прекрасным образом. И после три ачарья, Нимбакачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, все ачарья. Бхаскарачарья, another Acharya, I forget. I can speak after, you know. So after that you go on, you know, walking down. After that you can go at the cross of Ganga. И вот так мы идем дальше, доходим до Ганги. Там сейчас Навадвип госпиталь находится, но вот сейчас. Раньше что было, я не знаю. At present I cross river. I know. That's I know. From there you have to enter at least 2 or 3 kilometers from hospital. Место есть от этого госпиталя идти 2-3 километра в ту сторону. Then north side. На север. Yes, you have to run at least 2 kilometers through village. Then you can get the, you know. И вот если 2 километра на север пройти, еще мы дойдем до берега Ганги. Там достаточно сильное течение. И вот если мы пересечем Гангу на лодке, оттуда мы увидим Рудрадвип. Рудрадвип — это очень важное место. 11 рудр, они танцуют там. Весь день и ночь воспевают имена Гуранги. Там это Рудрадвип. И сейчас можно получить их милость, если у вас есть, ну, должное ума настроение. И вот это Рудра. Этот Рудрадвип, он там. Вы можете молиться им. И Вишну с вами, он приходил туда, совершал баджан. So actually, there и вот после is doing bhajan, он совершал баджан, after long time, и через долгое время Гуранга Махапрабху явился и благословил его Вишну с вами. И вот от него началась еще одна сампрадая, Нимбарка сампрадая. From Chatusan, his origin Lakshi, and this way, you know. Парампара going on. So Vishnu Swami, you meet Vishnu Swami, after that Rudradeep can also give water to Shiv. И вот он, этот, потом Вишну с вами начал поклоняться Рудре, предлагать ему воду, молиться о милости, и после этого мы доходим до Бхарадраджа-стилы. Бхарадраджа Риши, он был великий риши, очень могущественный. Он совершал баджан там, где Бхарадраджа Тила. Тила буквально значит холм. И он совершал баджан долгое время. И Махам Гуранга, он полностью благословил его там, в том месте. И я думаю, so then he blessed him that he can take birth of Ballavacharya. И вот он благословил его, чтобы он явился вот вроде как Валабхачарья, но не точно, по-моему, так. И он благословил его, чтобы он родился в следующей жизни и встретился с ним в Пуре. And you see, Bharadraja Sri, this spot, and near Bharadraja Sri, you have to go. И вот потом, at present the track,
towards Belbapur you have to go. Если идти через Белбапур, то слева можно найти место Джайдева Госвами. Сейчас один бамбук там, ничего там нет. И где этот, ну сейчас там ничего нету, но так или иначе, это то место, где Джайдев Госвами жил, совершал баджан и написал этот киртан. Bhitavaita charitva khammakedam Keshavadhita minasarira Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare. This is here you wrote. So you can see, from there we have to again come across this, that place. Then again you have to come to Jagapitsi Mandir to stop your parikram. Мы возвращаемся до Йогапитхи. И там это место, где мы начали и закончили парикраму. Смотрите. This is the rules. Это такое правило, которое мы должны следовать. So very nice, actually, all, you know. So now yesterday I was discussing that which deep is a, you know, which deep is остров, what? Что олицетворяет. This Antardeep is Atmanivedana. То есть Антардип – это место Атманиведана. Первого. Я вчера говорил. Севишну сравне парикшит абават байяша кикиртане прадхада сварне тадангри бхажане лакши. Притху аршане? Тайто? Притху пужане? Пужане? Аршан? After that, и после этого, что я сказал, Акрурасту Абхиваннане, Капитадина Дасе, Акто Сакхи Арджуна, Сарвасва Нивасарвасва Нивенане, Бали Рабхуд, Реша Бхакти Парам. That is the excellent way of getting prema, devotion, bhakti. So now, you know, everything it is clear that who Acharya is what practicing? И вот в этом стихе говорится, кто что делает. Shravan fast. Первое Shravan. This one Darshan is there, tomorrow I can discuss. То есть вы вот этот Darshan, это Shravan is not there, я завтра могу обсудить, поскольку вот, например, если нет Shravan, то Kirtan невозможен. Хотя Shravan, Kirtan и Smaran. I can prove tomorrow. То есть мы должны совершать одновременно. И завтра я это все расскажу более подробно. И вот мы видим, что Парикшит Махарадж, он слушает. Парикшит Махарадж, because? Потому что Шукадев Госвами говорит. So, Shravan Acharya. И Shravan Acharya. Парикшит Махарадж. Киртан Ачарья, Шукадев Госвами, Смаран Ачарья, кто? Прохлад. Прохлад. И Двипы, острова, Антардвип. И Киртанака Двип, я уже говорил тогда другом, и Симанта Двип, я уже сказал, Shravan. И Смаран, это Намиш Кшетра Мадья Двип. Вы должны помнить это, поскольку если забудете, то ну, это очень важная Сиданта, вы должны помнить ее. So do you see, и вот смотрите. So that's, you know, то, that's what is, you see? Это то место. So Swaran Bhakti, Smaran Bhakti, Swaran Bhakti, Prahlad Maharaj. Это место Прохлада Махараджа, Смаран Бхакти, где в Мадхья-двипе. Я же говорил об этом. Лакшми Падасеванам. Падасеванам? Лакшми Тадамри, Тадамри Севане Лакши? Angri means Padasevan? Same thing. Angri means Sanskrit. Padasavan, Pada also Sanskrit word, no problem. So that is Kolodvip. И это называется Колодвипом. That's why Siddhartha Goswami. И поэтому Сидда Госвами Махарадж очень умен. Он принял прибежище в Колодвипе, он очень умен. So Kolodvip is Padasavan. Колодвип – это место Падасавана. Падасавана. And now actually Padasavana Кетра. After Padasavana, и после этого Арчана Кшетра – это Ритудвип. Арчан Кшетра – это Ритудвип. After that, и после этого Арчан Кетра Ритудвип,
After ki, akrosu abhivandane. Abhivandane jannudhi. Akrosu abhivandane, kapipadir dase madudhundhi. Dase. Kapipati Hanumanji, madudhundhi. He used to serve the lotus feet of и вот он служил лотосным стопам Рамачандра в Трета-югу. И этот Мудадхамдвип, он очень важен. That Sakya place is Rudradip. И это... So I distribute everything. You can remember? Now you can forget every fraction of a second. I speak everything. All clear. Of Deep. И вот так Махарадж рассказал о всех островах, что они олицетворяют. Если есть какие-то вопросы, можно спросить. Мададиб, actually, if you go to Harihar Khetra, at present no place you will have to cross and go. Otherwise you have to go big. You know, cross, you know, one stream of Alakaran you can find, you know, that place is Naimish Kshetra. И вот вопрос, где Naimish Kshetra. Naimish Aranya. Дип начинается. Start from Gauranga Setu. No, Gauranga Setu need not go. Why you are going to, I told you from Nisshingapalli. И вот начинается с Нисшингапалли во времена Нитянанды. Но сейчас мы наоборот совершаем парикраму. Сначала мы идем в Сурабхи-Кунджу, Нагадрума, Суанада-Сукана-Кунджи, и потом так, а Нитянанда, он наоборот делал. Сначала пересекал реку, и потом шел до Суванавиха, потом Нисшингапалли, Панчана, Талья, потом Харихара. И вот с Харихара можно сказать вот то, что после нее находится Мадхи-двип. Это очень важное место. И там Any question? No? No question because I am giving answer to everything. So how you can? Masaji? I heard from one devotee that those deities who are inside the Srimadir Yogapit are not the original from Srila Bhakti. It's not praised by Srila Bhakti Siddhanta. Because someone stole them. It is true? Это вопрос про божества в Йогапитхе, там божества настоящие или их украли, потом их опять установили. Я говорил, что тот... Ну, в общем, ответ этот на вопрос, что если сам Шрила Прабхупад установил божества, то есть эти божества не отличны от Гуру Гадахара. А вот фотографии Йогапитха и божества Йогапитха, вот у меня где-то есть фотография, но я слышал, и вот Магурудев, когда он был еще Брамачари, он был Пранавананда Брамачари, Шрила Прабхупад дал ему служение это писать и поклоняться божествам. Если был какой-то бы случай, то Магурудев, он... сказал бы мне, но я никогда не слышал, я только слышал, что говорят, что Виграха Радха Мадхава, один браман, очень чистый браман, вайшнав, он хотел получить даршан различных этих святых мест, и он думал, кто же позаботится о его Радха Мадхаве, и он пошел к Бхагавати Деви, к матери Шрилы Прабхупады, и спросил, можешь ли ты позаботиться о моих божествах, чтобы я пошел во Вриндаван, в Варанаси, и получил даршан всех этих святых мест, и вот она согласилась, она взяла Радха Мадхава, и так или иначе началось поклонение, поскольку она взяла ответственность за них. Она жила вот за Йогапитхом. Mother take darshan very with love, prema.
And first of all, I heard. Я слышал, что Гуру Вишну Привиграха было там, потом Лакшми Привиграха, потом появилась Панчататва в следующем, а изначально Гуру Вишну Прия были там, у него фотографии их есть. То есть такие изначально, но я никогда не слышал эту историю. Мой Гурудев, если бы знал, он бы сказал мне, ну так или иначе, я могу сказать, что Вигаха Рада Мадава, когда тот Браман, он где-то ходил где-то 3-4 года, а может, ну, несколько лет ходил, поскольку не было поездов, нужно было пешком все ходить. И вот он пришел назад, хотел забрать Радамадаву, чтобы продолжать ему поклоняться. Но Бхагаватима начала плакать. Я не могу тебе отдать, поскольку я люблю эту Виграху. И Браман был вынужден отдать ее. Бхагаватима уже не могла вернуться, она плакала. Тогда Браман собирался забирать, и Браман сказал, хорошо, ты так любишь моего Радамадава, и поэтому пусть он будет твой. То есть, кто может дать Кришнам, тот, кто... То есть Кришна может пойти к тому, кто очень любит Кришну. Если кто-то Кришну не любит, то Кришна к нему не может пойти. Это описывается в Читании Чайтамрите. В Читании Чайтамрите описывается, что единственное, что нужно для Кришна Бхаджана, это очень сильная любовь. You can do Krishna bhajan, you have right. Мы можем совершать Кришна бхаджан, несмотря на наше происхождение и убеждение, а единственное условие у нас должна быть сильная любовь к Шри Кришне. Как вот пример с Гухак Чандалом, у него была такая сильная любовь к Шри Кришне. Как Хануман, например, он говорит, что я просто животное. И как? Я не знаю, как я развил такую любовь к Раме. Я могу открыть свое сердце. Я могу открыть свое сердце и показать вам, что вот Лакшми, Ситарама, они находятся в моем сердце. И таким образом Виграха Рада Мадава, она в Йогапите находится с тех пор, но до этого Гоу Вишну Прия была, и потом Панчататва появилась позже. И еще вопрос. И вот мы слышали, что Навадвипа очень милостиво, она прощает нам все оскорбления, но вопрос, а хотя Вриндаван очень-очень строг. И вот вопрос, какие конкретно оскорбления. Ну, прощаются. И вот слушайте внимательно. Те, кто совершает баджан в садане, мы совершаем нашу практику под руководством садгуру, абьяс-йога, она только возможна под руководством достойного, должного садгуру. Вы не практикуете бхакти, вы пытаетесь обрести бхакти, и таким образом вы невежественны. То есть вы вынуждены совершать оскорбления, повторяете Харинам, но ваш ум какой-то бомби в Калькатту улетел, это оскорбление получается. То есть ваш ум нестабилен. Вы идете принять омовение в Ганге, случайно плюнули в Гангу, это тоже оскорбление. И таково правило. Как нужно совершать омовение в Ганге с новой одеждой. Те, кто совершает омовение, должны быть не в Гангче, не в каким-то маслом, мылом, шампунем, еще чем-то. Нужно прийти в новой одежде, принести ей полный распростертый поклон, воздать ей хвалу сначала и потом накапать капли Ганги на голову и просить прощения за то, что мы прикасаемся к ней ногами. И тогда войти в воду
взять за уши и таким образом принять омовение. Три раза. Don't they rubbing leg? Is there swimming? Там, мы, Mara Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu Supreme Lord. Мы мыться там плавать, стираться это, ну, нехорошо в Ганге. Any kind of aparadhi you do for Ganga, taking bath, that's why. То есть мы совершаем какие-то оскорбления относительно Ганги. Devotee and Gaudiya Pandit took Pundarik Vidyanidhi. He used to take darshan of Ganga night time. Пандит он. Not in daytime. If you watch daytime, maybe some last dead body going, then abroad. Whenever you are crossing in a Brahmanadi, Brahmanadi, you know, nobody can speak this way. Try to remember. To avoid abroad. И вот если мы как-то пересекаем Брахманоди, например, мы едем в поезде в Калькутту, на автобусе или на лодке, пересекаем Гангу, мы должны сначала помолиться Ганге, что мы пересекаем тебя, пожалуйста, прости меня. Любую Брахманоди, Гангу, Ямуна, Сарасвати, любую святую реку, если мы пересекаем как-то, неважно как, мы должны просить ее о милости, о прощении, но никто не знает, просто едят, танцуют, спят, ну и такой баджан. Но они не знают, и сообщают, совершают какие-то осознанные и неосознанные оскорбления. Дама, Дама это тоже очень особое место, мы совершаем оскорбления здесь, мы думаем, что это материальное иногда, это нехорошо. Но я не могу все это рассказывать, это долгая история, вы должны думать об этом. Некоторые, ну, то есть думать о даме в каком-то материальном материальные мысли о даме это плохо, но, например, испражняться в даме, ну, под деревьями это нехорошо, поскольку все эти деревни это риши муни, которые находятся в даме. То есть все дама аппаратхи, нама аппаратхи, вайшнава аппаратхи, мы все их должны избегать. Если вы так или иначе дама, она благословит вас. But not that, you know, you can do anything and no, не так, it's not good. Like I can see, ну, как я могу сказать, Чапал Гопал doing Чапал Гопала, они совершили оскорбление, но они были прощены. Джага Матха, они тоже совершили оскорбление. Нитинанда Прабху их простил. И там, так, дальше Девананда Пандит тоже совершил оскорбление, его тоже простили. И осознанно и неосознанно мы совершаем какие-то оскорбления, это, ну, пойдет, ну, как плохо, но так или иначе можно с этим жить. А если какие-то такие тяжелые оскорбление, вот какой-то там товарищ начал разрушать храмы хиндуев, разбивать божества, это уже совсем плохо. Но главное, у вас должно быть настроение преданности, и, ну, и не должно быть никаких демонических настроений. Например, если мы совершили оскорбление, то вот, например, относительно арчины, готовки, очень внимательны должны быть. Мои слова это для многих это эволюция, но я должен говорить, например, вы готовите, ну, на кухне. You are going to offer this, item to, ну, что-то Кришне. So you have to be very careful. И очень like внимательно нужно быть, как в храме Джаганнатха. You cannot, you know, do anything you like. То есть, ну, нужно следовать правилам предписания. Кухня это тоже храм. На кухне иногда кто-то готовит, но кто полон вожделения, гнева, жадности, но его вообще запускать нельзя на кухне.
Ну, по крайней мере, как-то чист должен быть. Ну, хотя бы он не должен совершать какие-то тяжелые оскорбления. Ну, так или иначе, они совершаются, но можно простить. Ну, готовить должен тот, кто должен, ну, повар должен повторять харинаму, по крайней мере, лакхаринама. И вот моя мать это была эволюция, когда я там руководился. То есть никто не мог с какой-то матаджи говорить без дела, особенно брамачари. И таким образом, даже когда готовится что-то на кухне, даже, ну, по-хорошему, запах нельзя вдыхать. То есть, если кто-то там проходит мимо и все это нюхает и наслаждается, и смотрит на это, то Джагнатх уже, ну, не примет это. То есть нельзя. Ну, позволять кому попало прикасаться к божествам, к шалограммам и прочим. Сидар Махарадж, например, дал строгое правило, что внутри храма, внутри кухни только должны быть серьезные преданные, которые повторяют лакхаринама. И к читанию Махапрабху в Пурушоттам Даме тоже сказал, что я могу принять прасад из рук тех, кто из лакпати. Что значит лакпати? Те, кто совершают как минимум лакхаринама. То есть, пока вы не очистились до такого уровня, ну, вы не можете, то есть Махапрабху не принимает, но поскольку это дама очень милостива, то есть если мы что-то неосознанно совершаем, то это как-то прощается. Но если мы знаем, что совершаем какое-то оскорбление, это плохо, поскольку гостья баджан, значит, если кто-то, ну, из вашего окружения, например, в какую-то глупую, какого-то глупца поставили на поклонение божествам, то есть, если он совершает арчану, то Кришна, он накажет вас. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что те, ну, то есть, служить Радха Говинде, совершать арчану. Но Шрила Прабхупада еще говорил, что такие, ну, обычные преданные, когда они поклоняются Радхе Говинде, это не поклонение Радхе Говинде, а поклонение, это поклонение Лакшми Нарайне. И вот Шрила Прабхупада однажды, вот где-то в Чайтанья Махе, он очень, как сказать, он был очень возбужден, пошел быстро в храм, зашел в этот в алтарную и увидел под ногой Гуранги Махапрабху, любовная записка была к Пуджаре, ну, который поклонялся. I say out! И вот он так выгнал этого Пуджаре, чтобы он, ну, не позорил. Сампрада, поскольку, ну, сам, когда Шрила Прабхупада повторил харинам, сам Гуранга пошел к Шриле Прабхупаде и сказал, что этот Пуджари занимается всякой ерундой вместо поклонения. И Шрила Прабхупада пошел в алтарную и увидел под стопами Шримана Махапрабху, так много было любовных записок. И вот если так в нашем, как сказать, матхе совершаются такие оскорбления, то, ну, все получают результат от этого. И поэтому нужно следить за тем, кто чем занимается. Aparad can be, you know, in Dham,
И во Вриндавандхаме Радхарани она совершенно не готова идти ни на какие компромиссы относительно поклонения ее Верховному Господу. То есть никакие недочеты там недопустимы, но в Гурадхаме, в Гуранитянанда не очень милостивы. Но это не значит, что мы должны совершать оскорбления снова и снова. Так или иначе, если вы повторяете Харинаму и тут отвлеклись, это тоже оскорбление, но, так сказать, не тяжелое. Те вайшнавы, когда они, настоящие вайшнавы, даже когда они спят, они чисты. Что место, где они спят, они могут там начать поклонение, настолько они чистые. Но это не значит, что мы тоже можем следовать этому. Нужно заботиться о себе, принимать омовение. Настоящие вайшнавы, когда они даже спят, они всегда думают о Кришне. И настоящую чистоту можно поддерживать